Работу главы и администрации Григорьевского сельского поселения за 2023 год признали удовлетворительной. Состоялась открытая сессия Совета поселения. Принял участие в ней глава района Андрей Дорошевский со своими заместителями и руководителями районных служб и ведомств. С отчетом по подведению итогов работы исполнительной власти за минувший год выступил глава поселения Сергей Ливенцев. Исполнение доходной части бюджета составило 26 миллионов рублей. Более 10 миллионов израсходовано на сферу ЖКХ и благоустройства. В области дорожного хозяйства выполнялись работы по грейдированию, расчистке кюветов, на ряде улиц появилось освещение. Подали заявку на участие в краевой программе на условиях софинансирования по ремонту дорожного полотна улиц Октябрьской в станице Григорьевской и Орджоникидзе в станице Ставропольской. Выполнены работы по замене 5% водопроводных сетей в поселении. Приобретены глубинные насосы для артезианских скважин. По госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» в станице Григорьевской построен новый сквер с местами для отдыха и детской спортивной игровой площадкой. Пришедшие на сессию жители смогли озвучить волнующие вопросы. Касались они перебоев электроснабжения, необходимости ремонта ряда улиц, в частности, участка дороги при въезде в станицу Григорьевскую со стороны Смоленской. Но дорога краевая, и решать вопрос, соответственно, нужно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства. Надеемся, что в этом году в числе других дорог нашего района отремонтируют и этот квест. Просили также рассмотреть возможность открыть в станице Ставропольской аптечный пункт. Ближайшая аптека в Смоленской далеко. Направим на этой неделе запросы всем нашим крупным сетям аптек и нашим предпринимателям, которые занимаются фармацевтической деятельностью. И предложим им как инвестиционную площадку, да, Григорьевское сельское поселение, Ставропольскую станицу в том числе. В целом депутаты признали работу главы поселения Сергея Ливенцева удовлетворительной. Положительную оценку дал и глава района, а также поблагодарил пришедших жителей за озвученные вопросы и участие в жизни населенных пунктов.